Привет-привет! Традиционная рубрика моя – это распаковка моего заказа. Та-дам! Вот такая коробочка мне пришла, и давайте по-быстренькому пробежимся. Что же я купила, приобрела по 15-му каталогу Faberlic? Итак, смотрим. Традиционно я всегда в своем заказе беру по несколько штук. Это травяной чай, 100% травяной натуральный чай. Здесь идет хитраин очищения. Очень хороший чай, травяной, чистота и легкость тела. Всегда, например, если вы вдруг что-то тяжело покушали, выпиваете пакетик чая, и все, и ваш кишечник легко и, главное, безопасно очищается. Конечно же, я взяла коктейль Wellness. Это у меня идет за 70%, как VIP-консультанту на заказ в каталоге 70%. И я взяла на этот раз клубничный коктейльчик. Что мне нравится, в коктейле у нас идут именно кусочки ягоды. Здесь, например, будут кусочки клубники. То есть, когда вы берете сухой коктейль, вы видите, что там есть сушеные ягоды, например, вишни, клубники, черной смородины. Вот здесь клубничный коктейль, и я его как раз-таки взяла. Он еще идет с коллагеном. С коллагеном, протеиновый коктейльчик и плюс коллаген. Следующее, что я взяла, это я взяла себе свитшот. Сейчас покажу, как он выглядит. Тепленький, вот такого вот красивого цвета. Вот такой будет красивый цвет. Faberlic. И у меня размер M, и он здесь футер с начесом. Видите, тепленький. Это начесик идет, длинный рукав, и вот как раз вот он такой тепленький с начесом. Мне нравится, я постоянно покупаю, что-то изнашивается, и вот из новой коллекции я взяла цвет марсала, вот такой красивый, мне понравился. Пакет большой, новые пакеты у нас появились, большой размер, вот в таком белом цвете пакет. И но здесь постоянно традиционно за 2 рубля это пакет маечка. Кстати, очень удобно. Я его везде применяю, если что-то мне нужно маленькое положить или кому-то там, например, ну мало ли что. В общем, пакетики такие маленькие, вот за 2 рубля они у меня всегда в ходу. Ну, естественно, большой. Тидимс! А у нас уже предновогодний, следующий каталог будет 16-й, то есть обязательно сделайте себе хотя бы маленький заказик по 15-му каталогу, потому что вы на руки уже получите предновогодний каталог, акция для новых покупателей будет шикарная, потому что это серия с золотом и с медом, медовая, B-Royal. Шикарная сыворотка и маска, золотая маска для лица идет. Ну, конечно же, весь набор стоит 1498, а для новичков это будет вообще подарок всего за 1 рубль. Это будет в следующем предновогоднем каталоге. Сейчас акция новичка идет. Это тушь, любая тушь на выбор и любая губная помада. Тоже любой оттенок на выбор, то есть вы получаете, выбираете наборчик себе точно так же за рубль. Как присоединиться, сканируйте QR-код. Это мой чат для всех моих консультантов. А это как раз-таки акция. Сканируйте QR-код и автоматически сразу заполняете анкетку. И все, и 20% скидка у вас уже в кармане. Можете покупать любую продукцию с 20% скидкой. Что еще? Здесь, конечно же, традиционно это мои любимые зубные щетки силиконовые.
беру постоянно в свою семью, постоянно, чтобы у нас были запасы. Я не люблю, когда, например, щетка закончилась, а ее нету, и приходится бежать в магазин, поэтому я всегда беру в запас зубные щетки. Листовой порошок у меня, тоже идет со скидкой 70%. Два продукта за 70% идут в каталог для VIP-консультантов. То есть я взяла коктейль за 70% протеиновый, и листовой порошочек у меня тоже идет за 70%. Очень удобная штучка, особенно когда вы ездите куда-то отдыхать, чтобы не вести порошок. И если вы привыкли к хорошим, биоразлагаемым, безопасным порошкам, то, конечно же, все, что продается в магазине, вы не можете этим стирать, потому что понимаете, что они и аллергенные, и не вымываются с ткани. Поэтому вот решение, альтернатива – это листовой порошочек. Его очень удобно брать 20 листов, 20 полноценных стирок, а вам обеспечено. Едете, например, в отпуск куда-то, берете компактный, в любой багаж входит, не хотите в коробочке, переложили в целлофановый мешочек эти листы, еще меньше места будет занимать, достали лист и все, и постирали. Ну и также можно и дома. Но для дома у нас есть другие порошки концентрированные, поэтому мне очень нравятся вот такие листовые порошочки, особенно в дорогу, когда едете в отпуск куда-то, что нужно постирать вещи и не покупать большой вот этот огромный порошок, который останется, его и выбросить жалко, да, потому что деньги потрачены. А здесь все-таки у вас 20 листов, один лист, одна стирка. Очень-очень удобно. Следующее, я взяла себе футболочку, домашнюю футболочку. Ну, просто я буду дома ее носить. От Faberlic, да, футболка женская. Это тоже новый цвет я взяла. О, какой красивый. Вот это, да, какой яркий. Посмотрите. Короткий рукав. Вот такой яркий цвет. Шикарный. Длина у нее, у футболочки 60 сантиметров. То есть она совсем без рисунка и безо всего. То есть вы можете ее одевать под любой жакет, под кардиган одели и все. Например, даже вот если и летом. То есть, ну, шикарная вещь, потому что расцветки, которые не яркие, они хорошие. То есть можно сочетать практически с любым цветом. В гардеробе также у меня размер М. У нее 92% идет хлопок и 8% эластан для хорошей посадки. Видите, она тянется. Это футболочка. Из новинок. Сейчас раскрою как раз. Это наш легендарный кислород. Обновленная серия, улучшенная серия. Вот здесь как раз обложка каталога, значит, презентация идет, и все продукты легендарного кислорода, который Oxyology, наша серия вся обновилась и улучшилась. Это двухфазное средство для снятия макияжа с глаз, стойкого макияжа глаз, ну, не обязательно стойкого, а любого, просто я люблю двухфазные средства, и мне охота сравнить с предыдущей серии, как оно будет. Ну, вообще красиво. Посмотрите, какая красота, да? Цвет какой переливается. Красиво. Акция каталога. Купи любые три зубные пасты, и третья будет за рубль. То есть я за две заплатила, а третью получила за рубль. Взяла с кокосом отбеливающая серия Нуки, с углем тоже отбеливающая. И ребенок у меня попросила ухаживающую. Ухаживающую вот такую с клюквой. Да, клюква, уголь и кокос. Вот такие три серии у нас. Я взяла три зубные пасты из серии Нуки. А также серия еще есть японские зубные пасты по японской технологии. Точно так же три. Такая же акция. Три покупаете, одна у вас в подарок идет. Но мы выбрали Нуки. Нам нравится. Особенно вот эти вот две пасты, это вообще must have. Они великолепно отбеливают зубы.
Я уже многими пастами попробовала, и уже точно действительно есть результат. Зубы очень хорошо отбеливают, бережно отбеливают вот эти две зубные пасты. Дезодорант серии Лакрим с алоэ. Это у меня ребенок попросила, я ей купила. Дезодорант у нее заканчивается, и мы как раз взяли вот шариковый дезодорант 24 часа с молочными протеинами и алоэ. Я ей купила. Акция каталога, бонус каталога, это новинка, мега удлиняющая тушь 2XL мультилашес, всего 149 рублей. Представляете, вот за все покупки, за 449 рублей вы делаете покупки по каталогу, и вам бонусом идет за 149 рублей, за 149 рублей тушь, шикарная тушь. Конечно же, я ее взяла. У меня есть новинка, она лежит, и я еще вторую взяла по бонусу. Также ребенку купила гель пенку очищающую для подростковой кожи. Шикарная серия N4W. Всю серию теперь уже и для умывания. А, кстати, она у меня тоже за 70% купленная, потому что я в прошлом каталоге не брала два продукта, а брала один продукт за 70. У меня остался еще один в запасе, а компания нас не обманывает. Она четко, пока мы не выберем два продукта, это будет висеть. Это будет вот этот бонус висеть, пока мы не выберем продукт за 70%. То есть он не сгорает. А постоянно компания напоминает, что у вас еще есть один продукт. Пожалуйста, купите за 70%. Вот за 70% я дочери купила очищающий гель-пенку 4 в 1 от черных точек и от высыпаний для подростковой кожи. Но если у вас также и во взрослом состоянии кожа не блещет, как говорится, а здоровым видом, ее можно смело применять. Мне нравится. Я периодически свою кожу точно так же взбадриваю и покупаю для себя, потому что действительно эффективное средство, как доктор Кор у нас есть для проблемной кожи, так и вот эта серия N4V, это не совсем для подростковая. То есть если у вас в любом возрасте, можно пользоваться, очищать. Особенно там есть маска очищающая 4 в 1. Вообще мега крутая маска, она так великолепно очищает кожу. Поэтому рекомендую, однозначно рекомендую всем, не только подросткам, а подросткам особенно. Купила себе серии Эксперт крем-краску, оттенок у меня, сейчас скажу, 9-16, светлый блондин, пепельный. Буду пробовать вот на этот цвет волос, буду пробовать с пепельным немного оттенком. У меня был розовый клубничный, то есть он уже весь смылся и получился вот такой вот прям светлый. Ну вот буду пробовать. Новый оттенок. Конечно же, мурмур. Ну как без мурмура? Это я взяла себе. Представляете, вот я сколько в Фаберлике, и у меня не было водички, вот это мурмур. У меня консультанты, девчата приходят, и сразу многие ее покупают. И говорят, мне нужна вот эта знаменитая мурмур. Водичка, она сладенькая такая, с ириской. А я сижу и думаю, а у меня-то вообще ее нету. Я даже не представляю, что это такое. У нее очень красивый флакон, конечно, вот с этой вот пышной пипочкой, которая там есть. Ну и когда у нас в этом каталоге вышла уже новая версия Мурмур Нуар в черном флаконе, это будет в таком розовом флакончике, вот как раз под цвет этой коробочки, а это будет черная. Ну, я тогда подумала, что мне это тоже нужно. И пришлось мне брать уже два аромата. И уже который зарекомендовал себе аромат, и новый мурмур, поэтому обмурчусь. Буду разными ароматами, белым и темным, пользоваться. Шикарно. В общем, вот так вот бывает. Столько лет и не покупаешь. В какой-то момент просыпаешься и думаешь, а мне тоже надо. Итак, легендарный наш кислород. Продолжим нашу серию. Конечно же, я взяла. Слушайте, а эта штука какая классная. Это
кислород. Сейчас я его... Мега увлажнение для супер, для нашей кожи. Ой, а какой у нее аромат шикарный. Не сравнить с прошлой версией. Не сравнить. Великолепный. Такой тонкий, вот как, правда, как глоток воздуха. Замечательный. Легендарный кислород. Это восстанавливающий спрей для кожи и лица. И бальзамчик. Бальзам, который... Ну да, наша визитная карточка. Бальзам, который спасает от ожогов, от порезов, от различных дефектов на коже. Им можно пользоваться вместо сыворотки для кожи. То есть он продлевает действие всех косметических продуктов, улучшает действие. Транспортировка лучше в слои кожи идет. Новое, 21% содержит кислорода в составе Акваф-Терм. Конечно же, я его взяла, потому что я сейчас пользуюсь вместо сыворотки предыдущей серии нашей Oxyology, легендарный кислород, и она у меня уже заканчивается. Я покупала маленькие 15-миллилитровые, и они у меня везде в косметичке есть. Я им пользуюсь в ванной комнате, когда лицо очищаю, и сейчас я активно пользуюсь как раз-таки бальзамом кислородным. Мега крутой продукт. А еще у меня в сумочке. Я всегда ношу в сумочке. Мало ли где что, у кого там случится, или порез, или еще что-то, помочь человеку, чтобы сразу снять и боль, и улучшить заживляемость. Поэтому 4 продукта из нашей серии Oxyology я купила из новинок. И последнее, что у меня осталось, ребят, конечно же, я купила спрей для поверхности с маслом Монарды, потому что сейчас начинаются простудные всякие явления. Чтобы этого не было, я буду сбрызгивать везде поверхности, и в коридоре, и в лифте, если едешь, где-то кто-то кашляет, чихает. Прекрасно, великолепно помогает. Поэтому рекомендую этот продукт использовать его на повседневной. То есть вот выходите и все. Вообще наши продукты, вот такие штучки, которые акваспреи идут, и они у нас идут, например, для нейтрализации запахов, что... Для животных вообще супер-мега-продукт. Мне он очень нравится, потому что он меня так выручает. Вроде бы его и не замечаешь, да? Вот, освежитель, нейтрализатор запахов из серии Petty Tails. Вот он идет для животных. Я сейчас покажу, какой у меня дома. Вот так он выглядит в реальности. Флакончик, сколько у него здесь, 200 миллилитров, но знаете, он очень и выручает меня. Например, когда вы готовите пищу, бывает такое, что запах распространяется, например, за пределы квартиры, да, заходишь, ну, вытяжки, например, в домах плохо работают, не совсем эффективно. Я выхожу в коридор и сбрызгиваю несколько пшиков вот этим средством, нейтрализатор запахов, акваспрей. Все, никакого запаха нету, никакого запаха пищи, даже если от соседей что-то идет. Я просто не ленюсь, выхожу, побрызгала, и у нас в коридоре чисто и свежо пахнет. Поэтому, конечно же, я их покупаю, и вот это с маслом Монарды будет не просто как освежитель действовать, а еще и будет как защищать от различных вирусов, чтобы не летали вирусы, когда вот сейчас у нас осень и начнется, все чихают, кашляют, и зачем вам эти вирусы? Поэтому я рекомендую обязательно акваспрей с маслом Монарды. И последнее, что я вам покажу, это я взяла себе колготки.
сейчас ходить 120 ден, теплые колготки из бамбукового волокна, а это 200 ден, это уже на более прохладную погоду, теплые колготки из хлопка 200 ден. Велюр, обожаю велюровую структуру у колготок. Вот покажу вам, как она выглядит. Вот такие вот колготочки. Это 120, они мягенькие, не колят, ничего. В общем, одевай и носи. Вот так упакованы. И давайте посмотрим 200. Мне тоже очень интересно, я хочу потрогать, что же у нас. А, это у меня, да, в черном, тоже в черном. Ну да, и они, конечно, намного плотнее. Они прям такие плотненькие, видите, они как сразу уже тянутся поплотнее. Все-таки чувствуется, что 120 и 200 – это разная плотность. Теплые, комфортные, хлопковые колготки с классической посадкой. Удобный широкий пояс, плоские швы, ластовица и укрепленный мысок. Плотно облегают ногу, идеально подходят для осенне-зимнего сезона. Это на 200 ден. Ну и, соответственно, эти точно так же подходят для осенне-зимнего сезона. В зависимости от температуры. Это 120. Все, друзья мои, это были весь мой обзор моих покупочек по 15-му каталогу компании Faberlic. Приятного просмотра. Делитесь моим видео, подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки, дизлайки, кому что понравилось, кому не понравилось. Все пойдет. До новых встреч. Пока-пока.